нет, впереди у нас первые весенние выходные, а значит, время выбираться из дома и планировать свой досуг. Что подготовил город, расскажу в обзоре прямо сейчас. Поехали! Встреча весны в Радуге. 29 февраля в одноименном выставочном комплексе подготовили праздничное мероприятие. Гостям расскажут о весенних традициях различных народов. Помогут найти счастливый камень, расскажут о трендах макияжа, а также в программе концерт и конкурсы. Начало в час дня. В пятницу в областной библиотеке прозвучат золотые мелодии эпохи свинга. Концерт Самарского джазового оркестра начнется в 7 вечера. Вечером в субботу в художественном музее откроют выставку коллекции знаменитого российского кардиохирурга Михаила Алшибая. Продолжение. Насладиться современным искусством можно в 5 вечера. Легендарная повесть Джорджа Оруэлла «Скотный двор» оживет на сцене уже 29 февраля в 19:00. Постановка, воплощенная в жанре антиутопии, сатиры и мюзикла. Поэтический перформанс покажут в областной библиотеке. Каждый желающий сможет поделиться с публикой своим творчеством в субботу в 16:30. Первый весенний день по традиции идем пробовать блины. В загородном парке Масленица начнется в 12. В программе конкурсы, танцы, игры и хороводы, а также молодецкие забавы и проводы чучела Масленицы. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!